И всем привет, пацаны! У микрофона, как всегда, Бог, и мы сегодня на Изи Дропе. А помните, в прошлом видеоролике, если вы, конечно же, внимательно смотрели, я обещал, если набирается 2000 лайков, то я закидываю 30 тысяч рублей, и мы с вами с легкостью открываем 6-й бесплатный кейс. Если нет, пересмотрите видео, там действительно эта фраза присутствовала. Ну и мы, как вы поняли, сегодня будем открывать кейсы на 30 тысяч рублей. Сайт Изи Дроп, один из ваших любимых сайтов, и в честь этого давайте разыграем 255 рублей. На ваш Киви кошелек. И для того, чтобы получить эти бабки, нужно выполнить всего лишь одно условие. Написать к этому видео 2211 комментариев. И, конечно же, не забудь подписаться на канал. Ну а специальные промокоды с халявы и секретные коды на барабаны бонусов есть в моем телеграм-канале. И вообще, если хочешь зарабатывать с изи-дропы, на изи-дропе, да, вернее, то в описании есть рефералка. Все, приятного просмотра, ну а мы будем начинать. Погнали. Так. 30 тысяч рублей, довольно-таки неплохая сумма. И давайте сразу же посмотрим, что у нас происходит. В общем-то, получается, что синий фосфор за 15 тысяч, вороненая сталь, ультрафиолет и еще парочку таких неплохих ножей. Ребят, это просто офигенно. Изи Дроп предоставляет реально шансы нам просто открывать бесплатные кейсы на изи. Единственная проблема, что я просто закинул баланс, еще не успев пройти КД. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что я прямо сейчас осознал, что я лоханулся. Я не могу открыть бесплатный кейс номер 6. Просто я не успел. Стоп! То есть я же в прошлый раз его не открывал? Получается так, что я могу открыть только бесплатный кейс под номером 6. Но это халява, это я считаю халява. Давайте прямо сейчас это сделаем. И это балдеж, мы можем открыть бесплатный кейс номер 6. Получается, не обманул. Я уж думал, ребята, придется 2 часа ждать и так далее. Но выпадает сразу же нож с бесплатного кейса. Окей, я надеюсь, выпуск сегодня будет очень жесткий. Эти кейсы с бонусов, все полученные подобным способом не спойлер дропы, деактивируются. Так, я сейчас не понял, но давайте на всякий случай я продам ножик, потому что что-то я сейчас подумал, а если он пропадет? Окей, мы его продаем и смотрим, что будет. Если на изи-дропе сейчас такая обновка, то это как-то подстава, но мне кажется, дело не в этом. Я думал, сейчас этот нож упадет. Просто он бы стоил нереальных денег, пацаны. Окей, вопрос, у нас пропал прошлый дроп? Не, не пропал. Окей, это походу вот из-за этого, то что я не продаю его. Хорошо, тогда посмотрим вот что. Засунем в контракт или нет, оставим, пусть лежит. 35 тысяч рублей, это довольно-таки неплохая сумма, и нужно что-то с ней делать. Вот я еще не придумал, ребята, много уже что открыл. Давайте начнем с чего-то лайтового, откроем буквально 10 темок. Блин, мне эта надпись все время вылезает. Видимо, надо с тем P90 что-то сделать. P250 или как его там, P90. Так, ну рентген, кстати, и адское пламя. В принципе, это все дело стоит 2,5. Это очень хорошо, мы эти эмочки будем сейвить и как бы не париться. Окей, ребят, это все нужно для того, чтобы разогреть сайт. Он и так уже сейчас отдал ножик, и так уже все неплохо. Я могу эту хрень продать. Все, я наконец-то ее продал. И по идее, мне больше не должна вылазить эта табличка. Окей, откроем 10 запрещенных. Я сейчас просто тренирую кейс, так сказать, тренирую сайт, чтобы он выдал мне дорогой дроп. Потому что, ребята, когда мы закидываем 30 тысяч рублей на изи дроп, это значит, что всегда будет какая-то удача, что-то интересное и что-то очень дорогое. Надеюсь, сегодня будет ровно так же, как это и бывает обычно. И посмотрим, ребят, что нам выпадет. Вы, в свою очередь, ставьте лайки. Не забывайте, что лайки помогают в продвижении видосов. И переходите по всем ссылкам из описания. Там много халявы. Император. Ну, пока что по тихой грусти что-то есть. Давайте откроем 10 тайных. И после этого, наверное, уже перейдем в что-то тяжелое. Надеюсь, ролик получится сегодня жестким. И мы с вами окупимся в полном объеме. Цель у меня, конечно же, сегодня дойти до 100 тысяч рублей. И это, я думаю, будет выполнимо. 12к просто с тайного кейса. Выпадает просто нереальные скины, которые нас окупают прям в таком неплохом объемчике. Бам, бам, и бог любит троицу. А я знал Легион Анубис, хорошо. Итак, дропа уже немерено, осталось добивать. Надо просто добивать, и изи дроп должен нам отдать. Единственное, что я, наверное, сейчас сделаю, это разминка перед жесткими кейсами, ну, такими слабыми кейсами, типа кейса бомжа. И то, ребята, здесь мы можем забрать какой-то такой ножик неплохой. Так, смотрим, так, по 90 вижу, тоже более-менее неплохой, да, все равно купился. Так, еще раз давай. Три раза заряжаем его. 1300 с кейса бомжа. Офигеть, он дает, конечно. Все, три раза зарядили, ребят. Теперь можно попробовать что-то более такое интересное. Например, кейс случайный нож. Стоит он 15 тысяч, и открываю его достаточно редко. И здесь выпадают просто нереальные скины. Надеюсь, что сейчас выпадет что-то очень дорогое. Что-то прям такое, чтобы нас заставило окупить просто в огромных количествах. Мраморный градиент. Вот это должно быть хорошо. 25. 25 просто за мраморку. Так, давай еще откроем 10 тайных, а вдруг отсюда что-то еще может дропнуться, сейчас и посмотрим. Но баланс мы уже 100% отбили, и это меня радует. Теперь идем в плюсы, теперь идем просто на рекорд, два калаша вижу. Сколько вы стоите? 7500 за 2, нифига себе. Нифига себе, изи дроп, просто за 2 калаша реально 7500 дает. Окей, 2 тайных, еще 2 тайных.
И теперь 5 тайн. Жестко. На. 25! За калаш. За калаш. Какой нафиг? Так, я продаю. 10 раз открываю. 400 рублей. Все. Я этот калаш продал. У нас 35к на балансе и 52 дропом. Нереальный просто. Что? Что, прости, изи дроп? А это вообще законно так выдавать? Ну, я просто понимаю, что это не подкрутка, потому что я заберу это. Вы понимаете? То, что я это все дело заберу и как бы закину еще потом бабок. 3300, отлично. 35. 35! Вы зачем вообще это сделали? Изи дроп. Окей. Поехали. Теперь мы просто до талого открываем топ-кейс. Просто настолько жестко, что нужно ставить обязательно лайк. Первый, блин, комом. Просто понимаете, сейчас улетело 7 косарей. 7 косарей просто ни с чего потратили и ничего не выбили. Просто ничего. Давай, блин, он же очень дорогой был бы. Окей, обмотки рук. Не менее дорогие, 9600, их можно забирать и нужно забирать. И открываем дальше топ-кейс. Поехали. Так, автотроника ножик. Вот это тоже очень дорого. Я думаю, 20. 53! Какой 20? Какой 20 изидроп тебе говорит? Отлично, это окуп. Это сотка есть, ребят. Это сотка есть. Это просто железный палец вверх. Блудспорт. Говно выпало, конечно, но... Может быть, нам не хватает больше. Ладно. Изидроп. Мы как бы не гордые. 300, 200. Ладно. А есть, в принципе, все шансы у нас на изи нож. Я его давненько не открывал. Давай любой самый дешевый, может быть, ножик. Нас, в принципе, это устроит, потому что ролик весьма уже неплохой. Просто нереальный, я бы сказал. Один ножик поймали. Все, ну как бы один ножик, он тоже неплох. А мы его будем сейвить, ребята. Нам незачем просто так рисковать. Мы уже рискнули, уже выбили свое. И я этим очень-очень сильно доволен. Единственное, можно еще добить засекреченку. Так, здесь, в принципе, ничего нету. И, внимание, вот ваше предположение. Сверни видос и напиши, сколько здесь дропа. Я думаю, 120. 120 ровно. Изи угадал. Просто легчайший угад. Так, ну давайте тогда что сделаем? Мы это все будем забирать, конечно же, потому что иначе никак. С 30 тысяч балансов полный объем окупа. Так, кровь в воде стоит заменить. А на что заменить? Давайте заменим на хот-рот. В принципе, довольно-таки неплохой скин для того, чтобы разбирать, как бы тащить и просто радоваться жизни. Хамелеончик можно забрать. Ну, чисто так, на скин наук. Я же в КС-ку еще играю, пацаны. Вот, можно будет вот так потащить. Если хотите также, ребята, есть промокоды, то есть там выгоднее с ними открывать. 50% плюса вам бонусом дается. В описании они все есть. Абсолютно бесплатные. С этих промокодов я получаю 10% от ваших пополнений, поэтому и мне выгодно, и вам выгодно. Так, ну, 546 рублей можем попробовать открыть случайное запрещение. Не будем долго тянуть, и в принципе ролик получается довольно-таки уже неплохим. Очень даже неплохим. Эмоции у меня просто сейчас на высоте, но поскольку как бы орать я не особо привык, я вот показываю их в таком спокойном темпе. Но вы ни в коем-то случае не думайте, что это постанова. Это просто лютая жесть, потому что прямо сейчас я в свой профиль их начинаю потихонечку, по тихой грусти забирать, и меня не остановит ничего в этом плане. Смотрите, ну просто шикарно. Просто шикарно у нас получается. Я даже, наверное, заберу парочку дорогих скинов именно в видосе самом, чтобы вы убедились, что раз мне эти скины доходят, то другие уж точно дойдут, и это ни хрена не кликбейт. Просто вынес изи дроп. Ребят, большое вам спасибо за внимание, подписывайтесь на этот канал, ставьте этому ролику лайки, ведь я стараюсь для вас записывать жесткий интересный контент. Ну а микрофон был Бог, увидимся в следующей серии. Пока-пока.